сука, какого хуя он бессмертный? Любой! Это что за... Блять, я не случайно, поверь, чувик! Я просто есть хотел! Твою мать! Пиздец! Блять, это... И ты, я, короче, чувак на пятой лодке убил пепельного огнеменного огнеметом стража и появился иллюзорный страж. Нахуй! Надо заснять это. Блять! Как я теперь это засниму, нахуй, если... Слушай, Майк, у тебя есть стрим? Ну, вообще, есть запись? Ты можешь записывать вообще что угодно? Блин, я могу записать, но оно будет слишком много весить, и плюс прокси, в принципе, может записать с таким весом. Пиздец! Как мне теперь его хуярить-то? Я уже написал, но в геймджи я его пинканул просто. Решил уже в личку не писать. Пиздец. Когда он зайдет. Если он зайдет на стрим, то в принципе вероятно, учитывая, что это слишком какое-то безумие. Это безумие какое-то уже. Я не хочу больше играть в КВ. Нефиг было убивать слишком много торгаша. Нечего было убивать торгаша. Видимо, он это добавил, потому что я его однажды убивал. И при этом страшно спавнился. Это чего? Это наказание. Это наказание, серьезно. Пиздец. Дэп, ты, я, Крёч, блин, я же запутался в цифрах, в буквах. Он вместо того, чтобы умирать, он наоборот плюс 4. Чего, блин? Слушай меня внимательно, черт. Если у тебя неуязвимость кончится, то я тебя уничтожу. Но, блядь, смотри внимательно. У него нету бафа. Никакого бафа. Так, погоди, да, еще раз скрин сделаю, типа. Пиздец. Это реально, ну это реально пиздец, это дурдом. Мы сейчас стримим, это иллюзорный страж еще с регеном скрытым. Блять, охотники за Свендерменом нахуй. Ноль урона! Ему вообще поебать! Это пиздец. Это уже, это, блядь, кайфец проклят уже. Что за пиздец? Убил торгаша, заспанился, блин. Стоп, подожди. Если он может, если смерть торгаша может призывать случайного стража, то... Стоп, или, подожди. А ну, в локаторе пометь, типа, есть торгаш вообще или нет? Типа, он же ж пропал, получается. Так ты покликай, там же может иначе отображаться. Мастер, портал, торговый автомат, древние руины, торговец покинул локацию. Пиздец. Получается, мы призвали... Ой, там жезл? Пиздец. А чё я сразу-то не заметил его? Надо подобрать. А мы узнали это. Возможно, шанс просто.
Интересно, что будет, если я умру? Блять, о, я удачно заскринил. Ибо видно и самого киберстража, и ой, тьфу, и иллюзорного стража, и его останки, и его дроп. То есть, короче, пруф у нас на одном скрине есть. Блять, что это за... Мы, получается, мы свидетели новой фишки. Я главный свидетель. Мы главные свидетели, а ты тот, кто открыл это. Ты первооткрыватель, скажем так. Я первый открыватель, который узнал, что такая фича существует. Такая наказание существует. Блять, да интересно. Прикольно. Не так было убивать торговца. Да, блять, мне еда просто нужна была. Еда нужна, подожди. Подожди, а что? Подожди, если торгаш может оказаться любым киберстражем, если его убить на какой-то локации шансом, то получается в том числе и Чауд, сука. То есть подожди, есть шанс призвать Чауда? Блять. Надо проверить, кстати. Я зайду или скачаю, не знаю, или скачаю что-нибудь там, чтобы по-бырому дойти до пятой локации и потом уже убить. По-быстрому. Или на четвертой можно, думаю. Блять. Получается... Стоп, так это ж... Так это ж... Блин, если ты раскачан, то можно просто получить дополнительный дроп. Повторно сразиться с стражем. Ё-моё. Или подожди, или торгаш убивает, или... Его можно убить! О! Его можно убить! То есть, получается, подожди, торгаш может воскрешать любого последнего убитого стража. Или подожди, мне кажется, или страж стал каким это самое? То есть, типа, подожди, то есть получается, торгаш это, блядь, то, как-то замешан стражами. Типа, я не понимаю. Здесь нужно позвать по сервера нашего, чтобы все это посмотреть. Пиздец, а если его мьёльниром? Ладно. Что они там пишут, кстати? Где? А это, ты имеешь в виду в участке? Да. My horn is... Я на всякий случай лучше удать. Я... Вот, блядь, ты фрэкшн. Что у вас за стражи такие? Блять, скажи. Я, короче, просто хотел выебать, я просто хотел поджарить торговку на шашлык. В итоге она, блять, ебанашка воскресила нахуй, блять, не уязвимого этого придурка. Но в итоге оказалось то, что после моей смерти он, то есть у него было 60, наверное, блять. Ну это неописуемая откуда хрень. Откуда у него бессмертие? Откуда у него бессмертие? Ну не убил, блядь, это что было скрытие. То есть, короче, мы сканировали его, он искрился желтыми красными частицами, как от... У него был рикет скрытый, то есть у него, по сути, был омега-щит длительный. Пиздец! Я знаю! А помните, что Дэн говорил, то, что надо это как-то наказывать? То, что убийство торговца. Вот, блядь, наказание. 36. Охренеть. Здравствуйте. Я зашел на стрим. Капец, это легендарно. Дэд, я просто хочу пожать тебе руку. Ты добавил... Не гениальную... Ты добавил гениальную вещь, которую невозможно описать словами. Эмоции, только эмоции. Подойди, кстати, к останкам подойди, вот, чтобы просто Дэв сам увидел. Вот, уже видно останки его, уголочку рядом с пистолетом. Капец, это че? Ты зачем раздюпал его? О май гад, офигеть. Я не знаю! Так, если что, я должен писать в Game General, но я передумал, потому что я не знаю, как Дэв, что Дэв насчет этого думает, потому что это же дюп, это дюп. Офигеть. Стоп, Дэв, у меня один вопрос.
Торгаш именно воскрешает, торгаш именно воскрешает стража или призывает случайного? Пипец. Если он призывает случайного стража после своей гибели с шансом, то тогда получается это в том числе и киберстраж хаоса может появиться. Мне просто это очень. Блин. Блин. Лев такой, нефиг было убивать торговца. Да я просто хотел ее пожарить на шашлык, честно. Зато нафармили 9 монеток в прошлых обновах. Что за ужас, что за ужас, что за ужас. Лев даже не решил. Блин, прикиньте, это вторая кибериллюзорника. Кибериллюзорники, это же капец. С другой стороны, это дюб. Это просто дюб. Дюб лута. Хотя стоп, если с него вообще ничего не упадает, тогда это просто наказание. Да, с другой стороны, тут зависит от стражи. К примеру, портальный страж, у него больше расходников в луте, поэтому это очень даже неплохо. И плюс высокий, достаточно шанс на кристалл воскрешения. То есть, по сути, мы получили источник, ну, не прям источник, но способ повторно получить лут. Это ж гениус. Типа сложный, но с другой стороны, чел, ты воскрешаешь стража, ты воскрешаешь чертового босса. Это, блин, я очень давно как-то, вряд ли Дэв добавлял мою идею, просто я вспомнил свою идею, где я, по-моему, все же предлагал, да, я вроде все же давно как-то предлагал идею с повторным сражением с Личом путем применения ритуала. У него опять иммунитет. Не уйдет. А Дэв решил, На сколько ходов у него было уязвимость? Где-то, наверное, было на 60. Или больше. С него от комиссии ничего не выпадет, кстати. Потому что Дэв не помнит, когда добавил. А опыт хотя бы. Это очень, а вообще, вот в обычных условиях игры может быть, типа, два иллюзорника охранять один портал? В обычных условиях. Да? Стоп, подожди. Дрех написал, я не помню, когда его добавлял. То есть, по сути, это отдельный моб, получается, который является копией босса, но при этом без лута, но с опытом. Ну капец. Это пиздец. Потом в будущем обновлении вместо иллюзорного стража будет какой-то специальный страж. Или торгаш перейдет во вторую форму боевую и начнет запихивать вас. Ура, 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 теперь страж хаос. Эта игра никогда не перестанет удивлять. Похвально. Давайте аплодируем, поаплодируем Деву. Че за шлепки у вас там? Да, просто микрофон плохи. Блин. А у него все расходники восстановились? Yes. Так не, мне кажется, это не возрождение. Ну, типа, если у него же все расходники вернулись. Ну, вообще. Блин. А это только он его может призвать или любого босса? Давайте чекнем в следующем забеге.
Да. Я помню, он это писал, когда много людей скидывал в скриншот, то, что они сжигают этого торгаша. Да, мне кажется, кстати, Дэв просто решил это сам. Мы как раз чекнем, будет ли дроп попадать его опыт с него или нет. О, у тебя 4 зельки удачи. Можешь выпить перед убийством, чтобы, типа... Может, мало ли... Хотя, блин, ладно, в принципе, с удачей можно, в любом случае, как бы, мало толку будет. Кстати, молоти, блин. Ну, хотел на шашлык. Люто. Это... Почему за долгое время это не нашли? И только сейчас. С него ничего не дропает. А, нет, стоп. А, мы еще не убили оригинал. Ладно, окей. Поторопился с выводами. Поешь. Только не узнаешь, будет ли с него дроп или нет. Поешь. А, тебе нечего жрать. А, ну сытость хотя бы. Выпей зелька. Зелька вкусная. Выпей зелье, я не знаю, там. Ловкость пусть будет. Хотя бы так. Но ужас. Хотя, если страж призывает, если торгаш может призывать и тебе страх, в принципе, не так уж и плохо. Тем более, все равно не будет проблемой, ибо когда я закончу с ним бороться по-дружески, то смогу свалить. Момент истины. Ну, это него... Новый уровень. Это норм. Наказание. Ладно, снова ничего не дропает, окей. Пипец. Да, он же новый уровень апнул. Точно, окей. Капец. Все же уровень дает, окей. Кстати, транзитного портала так и не было. Опа. Окей, видимо, Дэв уже посмотрел. Уф. А, нет, он тут. Это другой человек. О, там энерготопор хаоса, неплохо. Ну, не знаю. Ну, типа, это хорошо, не больше урона, и гонор брони, 15% случайный эффект. Почему? Тем более, у тебя урон даже выше, чем у этого бога чистого. Давайте теперь убьем мастера. Мастера? Да. Мастера, да, убить мастера. Кстати, Дэв, если можно, конечно, такой вопросик задать. Ты прописывал мастеру дроп? Если нет, то ладно. Йоу. Диди. Don't kill the merchant. Don't kill. Every player don't need to kill the merchant. Never kill. А кто-нибудь хоть 1% снимал здоровье мастеру? Хоть 1%. У мастера даже смерть не прописана. Смерть. Даже смерть. Пока смерть не прописана. Мне кажется, если какой-нибудь хакер найдется, который убьет, мне кажется, игра вылезет просто. Так не прописано. Либо нет. Скорее всего, просто телепортируется, как и торгаш. Я считаю, что уже нужно сделать следующее. Но мне кажется, мастер потом нас все равно накажет. Либо в какой-то момент начнет нас атаковать, либо просто... перестанет с нами взаимодействовать. Типа перестает продавать перки, ну,
будет переставать предлагать перки какое-то время, либо вообще больше не будет, и закроет им свой магаз, и все. Ну, как я думаю. Да. Не думаю, что мастер будет это терпеть. Это айсберг пока. Он, кстати, мастер еще и все перки забирает. Слушайте, а вот если вот на локации не было боссов стражи и убить торговца, он никого не возродит? Что? Чего? Что? А, типа если стражи не было, ты имеешь в виду, типа на первой локации? Да. Да-да-да. У мастера даже смерть не прописана, и заберет все перки. Найс. Ура! Снова фармить на перки. Интересно, у мастера Лизни меняются глаза на красный? Типа злой. Если грибы съесть, то да, поменяются, наверное. Ну, грибы это уже такое. Дэв такой, не-не-не, мастер такой. Как ты посмел убить своего учителя? Я забираю все твои перки, ты недостоин. И перестаю с тобой взаимодействовать. Интересно, он хотя бы не становится враждебным? Если становится, то... сомнительный оппонент с бесконечными уворотами. Это смерти. Да, без это и с ним будет. Кстати, а что за гифка там была когда-то давно, когда типа мастер много раз уворачивался на этом, на луже? А. Не помню, где гифка, не помню, где последний раз пустили гифку. I have it. I tried to find it. Here we go. А какой там билд на этого? Иди кинул. 3-4-5? Ой, 3-4-1. Вот капец, как так мастера поместили в эту лужицу? Возможно, из-за особенностей генерации там заспавнился и бесконечно уворачивается. До тех пор, пока игрок не перейдет на новую локацию, он не проследует за игроком. Ура! Ура! Мне, кстати, все равно кажется, что мастер просто изгой среди демонов древних, наверное. Изгой! Просто то, что, по идее, является его копытами, может быть просто его обувью. Хотя, с другой стороны, копытами? Хотя ладно, это совпадение. Но все равно, мне любопытна теория, само того, что мастер это изгой среди демонов, каких мастер. И он просто обучает игрока, чтобы тот убивал демонов, не знаю. Либо он не появляется в лавовых пещерах вообще. Ну, появляется, но только если использовать рунный камень мастера или перк. И все. В остальных случаях он там не появится. Элисон Мигель. А вдруг мастер корова? Да, очень интересно. Хотя ладно, мы и так слишком много узнали. Мы теперь и так как за короткий за стрим. А, ебать. Узнали, что на легком, как минимум, на 40-й локации скрижали, ну, как минимум, скрижали хаоса и, скорее всего, другие скрижали перестают наносить урон больнее 6 урона чистого. Ну, если не брать в счет эффекты. Во время пожарить на шашлык. Интересно, почему? А может, это только скрижаль хаоса такая слабая. Я другие скрижали не тестил. Ядом. Блин, ну с ядом было бы, думаю, имбово. Типа, не у всех есть иммунитет к яду. Там 8 противников.
Вот, вот. Но это яд, это не кислота. Может, он типа это... Вот если просто яд, то тогда норм. Роботом будет, наверное, не знаю. Очень интересный стрим, правда, самое интересное. О, а давай убьешь еще раз. Конечно. Только, блядь, ты его не портил. Рандомные зелья, ладно. Слушай, надо просто огнеметом, надо серьезно сейчас. Просто огнеметом. Но она где-то здесь. Может, это на здание ориентируется? Да, это на здание. Да, это на здание. Интересно, замешан ли это Ругаш с стражами? Хотя, с другой стороны, они его избивают, что вряд ли. Просто это теперь какая-то отсылка на Жожи получается. Ибо, как бы, Таргаш, получается, призвал стражи в виде стенда. Пипец. И сам ушел. Да, ну, сам ушел, но при этом стенд просто на высоком расстоянии работает. Это правда. Слушай, а может, ты здание тэпнул? Чек не здание. Не, короче, надо его опять искать. Так, ты... А, ладно. А зачем? Равно... А зачем? Какой самый простой вообще способ? Наверное, жезлом? Хотя хрен знает. Может, кислота? А, нет, кислота у него, по-моему, тоже иммунитет. Да, жезлом. Жезлом. Или что бомбами, жезлом? Кстати, можно, в принципе, закидать. А, торговцу? Да, можно же взрывчатку все равно убить его. Я проверял. Вы в смысле убили торговца или он тэпнулся просто? Ну типа он тэпнулся, но кстати, Рамзай, ты не вглядывался? Торгаш телепортировался куда-то? Она потом вначале тэпнулся, а потом, потом пришел он. Оно. А, точно, окей. И это. Любопытно. Деф не делал нового моба, но решил просто, знаешь, скажем так, прикольнуться. Тихо, а у тебя в киллах ну, добавился килл за это убийство? Кстати, этого посмотри, чела? Добавился или нет килл? Кстати, я и вправду. Без тяги. Робот, да, твари нейтралы. Добавился килл? Не добавился, значит не убит. А у иллюзорного стража, который второй раз призвал, у него засчиталось убийство? Нет. У стража? Я не помню, сколько у меня было стража убито. 6. Блин, я не помню. Блин. Давайте засчитывать, что так и было. Ну да ладно. А как вот торговец призовет стража хаоса? Хотя, возможно, ну опять же, тут непонятно что, потому что либо торгаш именно что воскрешает стражу, либо призывает случайного. Хотя если учитывать, что призванный нами страж, по сути, имел эффект в какой-то мере омега-щита, пусть и продленного, то возможно, все же именно воскрешает хз. Или, может, Дэв просто решил прикольнуться, так, добавив еще и неуязвимость скрытую. Блин, а жалко то, что у него в способностях не написалась уязвимость. Возможно, это просто сторонний пул какой-то. Я думаю, что оно, скорее всего, сейчас... Да нет, стало воскрешение, вот. Блин. Ну я считаю, что нужно заролить забег опять. Потому что я как дебил заруинил. Да блин, да просто подожди, ты... Найди хотя бы стража. Ой, то есть... Торгов, это тоже. У тебя же локатор работает. Портал, а локатор работает на этого. На портал работает.
Ты на торгаша нацелься. А зачем? Он на здание показывает. Если показывает только здание, то будет отображаться, что... Ну, будет написано, что торговец покинул локацию. Да. Ладно, сейчас нам нужно посмотреть печатку. А, ты играешь с модификаторами, точно. Чё как берсерок 3-0 разносит? Что это? Ну, бахнули же. Что это за имба? Что это? Блин, хочу на 40-й локации ваншотнуть кого-нибудь с кровавого молота. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как же хорошо будет. Так, нам опять же нужно пятка. Давай, давайте быстренько убить меня. Нет, нет, нет! Блин. You forget to heal? How the hell did he die? Да некроброню хочешь? Ага. Uh-huh. Стрелка? Угу. Угу. А. Блин, а возможно ли было бы в прошлых обновлениях, когда скелета поселили в убежище, поселить в убежище иллюзорного стража? Блин. Я вспомнил, что я стрелок. Блять, где? А, вот паучка. Сколько еще секретов есть? Много. Начиная от пятого эффекта порошочка и заканчивая, я не знаю, там, концовкой. Ну, так... Ну, порошочком это понятно. Я про то, что, типа, секретики похожи то, что с торговцем сейчас было. Если концовка действительно есть, Кайвиси, то Дэв, скорее всего, написал что-то вроде «Поздравляю, ты добрался до тысячной или сотой локации, не знаю, до какой локации еще, на какой локации еще не были игроки, ни один». И после надписи «Молодец, ты добрался сюда», снизу, чуть ниже надпись будет «Поздравляю, конечно, но ты как бы не должен был здесь находиться, поэтому отправляйся на первую локацию в убежище». Ура, зато будет какой там миллиардный левел, который я нафармил. Зато он у меня будет. И будет. Пару. Ты сразу забыл патрон. Выйди на улицу, подыши свежим воздухом, задрот. Пипец. Столько секретов, столько загадок. Это неожиданно крайне. Не, загадок тут нет, тут типа, ну не знаю, где тут загадки? Здесь нечего разгадывать. Что? Я имею в виду тайны. Сколько не загадки, а именно что тайны. А, ну да. Вообще всего.
Блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, больно, больно. Подожди ты, давай не строчим импульс, в стенку толкай именно. О, а. Все равно пробивать потом надо будет эту стену. Ну ладно. О, пошло дело, пошло. Далее импульс. Ты мечом сломай просто, ты мечом сломай, дай ему отойти более, менее прочно. Ага, а, у тебя энергия все равно есть. Мечом сломай, блин. Атаковать-то нельзя. Купи у него кристалл энергии. И дальше его фигач. Так. Вон это. Бомбой. Кристаллы. Блин, ты... Что? Он тэпнулся? Потянул его. Ага, то есть он не призывает каждый раз. Это получается, смотри. Она начинает спавнить этого придурка только тогда, спят где-то, наверное, с 6-й локацией. Или почему? Нет? На что интересно, на 40-й. Мы ж на 5-й были, получается. Или на какой? Да, ну, да, типа, на 5-й, на 5-й были. Да, на 5-й. Либо на 5-й, либо если ты контактировал со стражами. Ну, то есть ты убил их, и потом уже призываются. Скорее всего, так работает. Но это уже надо было запомнить. А вот что вот там на 100-й, к примеру, Локи, вот он призовет несколько убитых стражей? А, зачем? Блин, у меня был... Ура! Ура! What is he doing? I don't get it. We're trying to summon the Guardian boss again. Окей. Okay. Блин, здесь можно столько экспериментировать теперь с этой штукой, фичей. С этой торгашкой. А прикиньте, когда чел убьет его и типа такой, блин, это баг. Будет думать. Бей меня, заколебал уже. Да найди динамит, под ноги кинь. Наступи на огонь, видишь, ты огонь развел. Есть это. Да, выпей. Сражайся с ними. Чего? The merchant murder attempts. Why death is watching? The merchant murder attempts. Да, я не знаю, если честно, типа, Деф и так, думаю, уже узнал то, что хотел. Хотя, не знаю, возможно, из любопытства просто решил посмотреть стрим. Смотреть дальше. А может и нет. Может он на фоне врубил и чисто ушел. Пить ладно, чай. Не будем так много шутить. А то можно дошутиться. Фильм по убийству, блин. 1000 убийств мерчанта. Торговца. Хотя, стоп, я его все равно могу безнаказанно убивать за то, что он не продал то, что мне нужно. Ага, и до того момента, пока не призовет тебе кибер и стражи хаоса, да? А чё, я не против, я все равно смогу покинуть локацию, ибо у Чалда, скорее всего, даже не прописана функция телепортировать игрока с точки перехода, потому что с лестницы он же нас не телепортирует, и мне кажется, что лестница, по сути, своей такой же переход, с точки зрения кода, как и портал. Поэтому, если войти в портал, то Киберстраж Хаоса вряд ли будет нас телепортировать. Какой-то я могу с ним подраться просто, без расходника. Ну, знаешь, скажем так, дружеский спарринг устроить, подраться с Чаудом, любимым, и потом просто уйти. Почему любимым? Любимым другом, ну, как с любимым другом, да. Как с мастером, как с учителем, да. Мы с мастером не беремся. У нас нет опыта борьбы с мастером. Кто? Хотя, с другой стороны, если он именно воскрешает стражу, что уверяет не всего, то тогда, получается, это получится воскрешать где-то только на 15-17 локации, когда Киберстраж Хаоса начнет появляться уже и в фортпостах. Мне кажется, знаешь, что, типа, вот это возрождение у всех стражей ведь
Ну, типа, они таскают с собой кристалл, да, они возражаются не около портала, а где-то там, у себя. Ну, возможно. И вот, а торговец просто вызвал его на помощь, все. Вот так вот. Наверное, я не знаю. Я захотел. Ух, блин, убил Дагерша за то, что он не продал то, что ему нужно. Сейчас тебе будет. Больно. А может это надо специальным огнеметом вот этим? Попробуй стартовать со второй локации, по-моему, убить торговца. А потом снова стартовать уже. Хотя ладно, я уже думаю, постартую. Давай и так потом... все. Давайте, ребят, так сделаем. Я приду на вторую локацию по-бырому. Убью быстренько стража. И потом я уже убиваю торговца. И ждем, что будет. Да, типа можно сначала просто убить торговца на второй локации, где есть босс. Либо потом сначала убить босса, стража, а потом уже убить торгаша, чтобы посмотреть, типа, какой последовательности имеет значение убийство торгаша. Потому что это очень любопытно. Типа, в любом случае, да, геморно, но зато много опыта. Наверное. Хотя не знаю. Kill merchant, PG, reverse. We want kill the merchant. And going to experiments. Убей стражей, убей торговца потом. И интересно, возродит ли он этих бебриков, обычных стражей. Адьос! Ага, ты так решил. Ты типа хитрый. Типа хитрый, да, типа хитрый. Правда, у тебя мало чего. Хотя, с другой стороны, у тебя же не самоонерство, поэтому типа, я думаю, у тебя получится убить его. Мы просто пытаемся спидранить, и все. В любом случае, лучше именно что начинать, потому что даются кейсы. Ну, то есть, там, хоть какое-то оружие, хоть какая-то там хилки, кристаллы и так далее. Да. О, Краев, зарядился. Зарядился и погнал валить стражей. Так, а страж какой будет? Иллюзорный? А, нет, обычный. Интересно. Скорее всего, обычный. Я, кстати, один раз находил иллюзорный. Пусть и указано, что иллюзорный страж появляется, как правило, как минимум реже на второй локации и чуть дальше появляется, чем портальный страж, но я его вообще один раз находил на первой иллюзорного стража. Ну это невозможно. Скрин. Меня даже скрин. И свидетели в гейм генерал. Фига себе. А то есть у тебя в войсе тут нету свидетелей, да? И, кстати, что самое интересное, я находил на первой локации этого иллюзорного стража без модификаторов. Ну, то есть без модификаторов больше боссов. У меня была включена только больше элитов, но это вряд ли влияет на боссов именно. Понимаешь? Без модификаторов нужного на первой локации. Бам. Альянс. Легендарный стрим на уровне попытки спидрана на выжившем четвертом локе. Это не выживший, это Голиаф. Да. Где ты тут выжившего увидел? В другом легендарном стриме, на котором собралось полсервера. Да? Это получается 1000 человек, как минимум. Это какой-то цирк уже. С конями. Не только. Блин, за спидранил убийство торговца и повторное убийство. Мне кажется, будут открываться на официальном сайте спидранов спидраны по Кайбису. Там одни из самых популярных будет призыв, будет категория воскрешения стража путем убийства торгаша. И Рамзай на первом месте. Поехали. Ну, чисто технически да, но фактически нет. Ну, первый нашел он. Если бы не он, вы бы не узнали, поняли? Да.
Это я основал эту компанию. Да. Ага, компания, тут плодятся пауки и фармятся изумруды. Блин, интересно, очень интересно. На самом-то деле. Да. Еще плюс 100 часов потратить только на эксперименты с мерчантом, торговцем. Эксперименты? С бедным торгашом. Нифига он не бедный, он, блин, жадный и трусливый. Трусливая падла. Которая... Какой он бедный? Может, он там, типа, самый главный среди стражей? Он просто такой... Его избил какой-то проходчик, и он такой стражу сказал, типа, иди разберись с ним. И всё. Да, за деньги. Да нет, просто... Поставить. Заговор теории. И почему она так делает? Я не буду писать по этому теории, типа я могу, конечно, предположить, но я понимаю, что это просто наказание, которое выглядит, ну, просто, как знаешь, как шутка. Это буквально как шутка наказания. Вот тут что происходит на 1 апреля в Кевис. Да, призывается киберстрашхаусы на первой локации. Это компенсация. Ура! Убивать, только блядь! А, стоп, у меня же больше элиток. Стоп, нет. Это не должно быть. Ой. Блядь! Ой-ой-ой, повезло тебе, повезло. Стой, иди облутайся лучше, типа, и потом убей Серёга, его тогда. Лучше пооблутайся. А, облутаешься, и можно будет норм, типа, проверить. Вот. Блин, же надо долго это делать. Да, ну, не совсем долго. Часик где-то облутаешь, пару кристаллов получишь, и хилок хотя бы каких-то. Часик? Ребят, слушайте. Мне так-то западло часик уже облутаться. Я просто есть хочу, я вообще ничего не ел. Может быть, ну, дай нам тогда поиграть. Дай нам поиграть за тебя. Ладно, я тогда буду. Ладно, сходите, я в Нижнекамске живу, давайте. Так, я сейчас тогда перезайду, буду стримить. Эксперименты. Ладно, сами стримите, я покумарю. Приятного аппетита. Ну все, пока. Пойду тоже развлекаться с мерчантами. До свидания, 36 дев, до свидания, прокси, до свидания, дети, до свидания, хиперс. До свидания, всем, до свидания. Всем спасибо, всем пока. Well. Dev is gone. So what happened? I didn't understand. They thought that they somehow summoned God by killing the mech, and they decided to attempt to replicate it. They killed them. Well, they tried to kill him, and they miserably failed, as you can see. That was shitting himself, probably. And they made an assumption that he will summon more guards on the later locks, so they decided to clear lock 2. And then this guy said that he wants to eat, and he died, and I don't know. Да, я тебя слышу прекрасно. Да, я уже видел чат, я читал чат, все в порядке, не беспокойся. Да, да, он уже видел, все в порядке. Я уже вроде говорил, но... Ah, yes, this guy just reminded me. I already told you, but yeah, anyway, the Guardian was with seemingly permanent invincibility and regeneration. But yes, this was already in the translated message, I suppose, but... Anyway. So, no, I mean, I translated everything myself, but Mike, did you get it, or did multiple people get it? Like, how many got the illusory to spawn after killing Merchant? It seemed to be reported only once. You can check the game general rule.
There was, yes. That's literally just at the bottom. Yeah, well, weird. And why was Dev here? That's the weirdest thing. Maybe he was giggling while they were guessing what is the reason, and he was just here. I mean, I wonder if it's true, if he really spawned as an invincible, then that means there is an Easter bug, and that means Dev is finally, aha, someone got it. But for now, we don't know. I wanted to stream, but everyone left, so very sad. No one wants to watch my luck 5 lava caves. Very, very interesting. You can stream if you want to. It's very interesting. I hide in a corner with an acid scimitar. It's here pretty entertaining. We'll do here or our server? I don't stream caves in our server. Okay.